Всем привет! Сегодня я хочу предложить рецепт огурцов по-корейски на зиму. Вам потребуется 2 килограмма огурцов, полкилограмма моркови, полстакана сахара, 50 грамм соли, полстакана растительного масла, полстакана 9% уксуса, приправа для корейской морковки, 1 пачка, примерно 10 грамм, чеснок, 1 головка по вкусу. Перец красный, острый, молотый, тоже по вкусу. Из этого количества продуктов получается примерно 5 баночек пол-литровых готовых огурцов. Огурцы хорошо помыть, порезать кольцами или полукольцами, как на салат. Морковь очистить, вымыть, натереть на терке для корейской моркови. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Огурцы и морковь выложить в кастрюлю, посолить, поперчить, добавить сахар, соль, уксус, растительное масло, приправу для корейской моркови. Добавить чеснок, все хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить на 4 часа мариноваться. Банки и крышки простерилизовать, выложить салат в банки. Накрыть банки крышками и стерилизовать пол-литровые банки 10 минут в кипящей воде. Сразу закатать крышками, перевернуть сверх дном, укутать одеялом до полного остывания. Огурцы по-корейски на зиму готовы. Приятного вам аппетита! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.